Друзья, всем привет! Значит, первое главное правило выезда из гаража. Сели в машину, закрыли за собой дверь. Если этим правилом пренебрегать, будет вот что. Короче, забыл закрыть дверь, не знаю, задумался или там еще о чем-то думал. Короче, выезжал, смотрел назад и только услышал, что как что-то хрустнет. Ну, короче, двери были открыты и, естественно, выломало. Хорошо, что вовремя остановился. Ой, дура! Не поехал дальше, так бы их вообще сюда, наизнанку. Короче, вот такое бывает. Так что надо всегда закрывать за собой дверь, в любом случае. На этом все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайчонки. До свидания.